Проехать с ветерком по городу, завести новые знакомства и просто с пользой провести время предложил телеканал ТВК. Старт первому велоквесту был дан на площади Аль-Фараби. Участие в нем мог принять любой желающий, достигнувший совершеннолетия. Двухколесный транспорт также был предоставлен компанией «Шымкент Байк». Водители, слава богу, даже на старом городе нас пропускали. То есть сзади нас была куча машин, но мы проезжали вперед, они нас пропускали, и мы уже доехали до мечети уже спокойно. Нужна ли эта игра? Да. Да, почему нет? Очень конечно, интересно же. Задания любителей истории получали личным сообщением. В каждой загадке была зашифрована локация, на которой нужно было сделать селфи со своим партнером по игре. После прохождения уровня шимкенцы получали новую головоломку. Всего в игре было заложено 5 точек. Участница велоквеста Лидия Агафонова от задумки в восторге. По мнению девушки, это прекрасная возможность досконально изучить родной город. Было очень приятно то, что мы прокатились по всем памятникам, архитектурным памятникам нашего города. То, что нас, молодежь, посредством телеканала приучают к любви к родному городу, к знанию о родном городе. Ну и то, что это спорт, спорт он всегда нужен, он должен быть в нашей жизни. Никто не останется без подарка. Вот таким было главное условие от нашего телеканала. На кону абонемент на посещение шикарного спа-салона в лучшей пятизвездочной гостинице нашего города «Риксос Хадиша Шымкент». За второе место мы предлагали бесплатное посещение самого нестандартного кафе – антикафе «Тайм», в котором пришедших ждет масса веселых развлечений. А обладателям бронзы вручалась эксклюзивная брендированная продукция ТВК. Мы вас любим! Алиса Дуваева, Андрей Любицкий, Мурат Одинаев, ТВК.